Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с описанием работ художников, скульпторов по книге «Великие музеи мира». Тинторетто Якопо Робусти. Перенесение тела Христа в могилу. После 1550-х годов. Холст масла. 164 на 127. Венецианский живописец Якопо Робусти получил прозвище Тинторетто благодаря своему происхождению. Его отец занимался окраской ткани. Тинторетто – красильщик. Он является одним из плодотворнейших и известнейших мастеров Венеции наравне с Тицианом и Паоло Веронезе. Художник специализировался на создании картин на религиозные и мифологические сюжеты, а также портреты. Для его полотен характерны довольно смелые ракурсы фигур, динамичное построение композиции, широкая манера письма и теплый колорит. Работа из коллекции Национальной галереи Шотландии относится к зрелому периоду творчества Тинторетто. Она была написана для часовни семьи Дальбасса Венецианской церкви Сан-Франческо де ла Винья. Композиционно картина разделена на две части. На первом плане мастер изобразил Марию, лишившуюся чувств от горя. Рядом с ней находятся две молодые женщины. Весь средний план занимает группа людей, переносящих мертвого Христа к пещере, где он должен быть погребен. Юноши и седовласые старцы крайне бережно держат тело Спасителя, ступая медленно и осторожно. Две девушки идут вперед, освещая остальным путь. Колорит произведения живописец построил на сочетании золотисто-охристых и белых оттенков, дополнив их акцентами розово-красных и синих тонов. Такая сдержанная гамма способствует созданию атмосферы глубокой грусти. Ну вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Тинторетто Якопо Робусти «Перенесение тела Христа в могилу» после 1550 годов. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.